Итак, мы теперь приступили к работам на чердаке. Пропил делаем основную. Это у нас как стяжка получается. Основная стена будет. Вот мы делаем для нее. Там пропилили впереди. Теперь здесь. Вот здесь уже полегче, потому что можно работать с двух сторон сразу. И вот сейчас, как говорится, уже гнездо для основной балки. Оно как раз здесь и ляжет. Как всегда, потеряли куда-то я долота, поэтому приходится работать топором. Так что вот так. Ну, смотрите продолжение. Вот так вот идет работа. А вы думаете, я работаю? Нет, я держу. Пилит Дима. Пилит очень красиво. Ну вот она, одна из стоек уже стоит. Честно говоря, она ставилась с каким-то этим самым. Ну, с добрым словом и матом, по-моему. Вот сейчас по уровню ее делаем. Все. Она у тебя крутится, по-моему, начинается. Все. Ну вот пошла мелкая уже работа. Мы уже укрепляем уголками стойку. Но она пока у нас еще подвязана там. Мы рассчитывали на третьего человека, а он у нас не пришел. Не пришел. Погряз в компьютерный и гребли. Вот так вот.